Всех приветствую, друзья, кто на канале смотрит видео. Всем ассаламу алейкум. Небольшой обзор режим раманных голубей в бакинских широкохвостах. Все, что на видео это и на канале, это все голуби, привезенные из Баку. Линии все держатся в чистоте. Только то, что привезенное из Баку, и больше ничего туда не замешивается. И, конечно, голуби куплены там в Баку в хороших элитных питомниках у известных людей. Птица очень верная, вот, верная к дому. Мозги, как говорится, на месте, не теряется. Вот. Стиль полета тоже обычный, плавный, как у обычных бакинцев. Бой, как обычно, столбовой. По времени летят часов 5-6 без проблем. Ну, конечно, если сапцан не покушает его, не заберет. А так бывает, 2-3 дня голубь летит, уже сапцан его снимает. Бывает, который чуть послабже летит, он остается, кто сильнее отрывает, конечно, его первым сапцан забирает. А так птица вся чистая, бакинская, вся широкохвостая. Линии, опять повторюсь, ведутся в чистоте.